Здравствуйте, на канале «Как заработать деньги в интернете». Сегодня мы поговорим о заработке без вложений и как вы могли тоже заработать вместе со мной. Ребят, как всегда, хотел бы, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал, так как тоже сказать, что вы лучше, это ничего не сказать. И что хотел бы еще добавить в плане заработка. Ребят, дело в том, что все знают, что я пул раздаю в 10 TRX, но участвует очень-очень мало людей. И поэтому счастливчики получают по 2 трона. Вот наш чат. И здесь я скидаю, вы скидаете сюда скриншоты, это то, что вы поставили лайк, подписались на канал и многое-многое вот такие вот штуки. То я вот скидаю вот скрины, что вот 2 ТРХ, получается там сделало 5 человек только, а пул 10 и разделяю на 5 человек. Получается по 2 трона на человека. Также у нас есть телеграм-канал, где я публикую различные способы заработка. Какие условия? Банально простые, чтобы получать вот эти вот 10 ТРХ. То есть... Вам нужно поставить лайк, написать комментарий, быть подписанным на данный YouTube канал, просмотреть данный видеоролик от начала и до конца, написать какой-то комментарий сюда под данную тематику данного видеоролика, вот, желательно обширно, чтобы вы его реально смотрели, и скинуть этот скриншот с ссылкой данного репоста в сам чат и желательно UID Binance или другой, чтобы я вам мог скинуть часть вашего трикса. Каждое видео это 10 TRX раздача. То есть, или вы ждете, пока пройдет сутки, в течение суток вы можете выполнить, или пока не выйдет новый следующий видеоролик. Поэтому я вам рекомендую это все задание выполнять как чем побыстрее. Итак, ребята, в чем еще можно было заработать? Есть такая игра, Мир Клона называется, або Golden Clone, еще тоже такое название у него есть. Очень круто, очень хорошо. И я здесь получил довольно-таки очень хорошие плюшки. Вы тоже здесь могли получить. Вот был глим, все банально просто, там все навсего надо было подписаться на их социальные сети, полайкать видеоролики там YouTube и так далее. Все банально просто, выполнялось в течение 5 минут. Данный видеоролик был у меня на YouTube канале. Ну и что, в общем, у меня получилось получить. Ну понятно, что как блогер я заработал довольно-таки неплохо. Получается 20 клонкоинов плюс 2 нефтишки. Это примерно где-то на... от 30 до 50 баксов, потому что все зависит от NFT-шки, сколько она продастся. Ну а клонкоины это примерно в районе там от 8 до 10 баксов, поэтому я и сказал вам, что от 30 до 50 долларов я получил как блогер. Потом, как видите, наград было много и есть вот мегалиты, я здесь тоже вот выиграл, как вы видите, да, 5 мегалитов. Это 50 золота это примерно 5 баксов. Вы могли просто тоже поучаствовать, что-то получить с этого всего, продать за их золото, а золото там их вывести, можно сказать, на клонкоины и вывести полностью из игры. И если кто-то с вас бы проходил, вы и просто, например, даже не в целях игры, а просто как заработать, могли зарабатывать. Поэтому я вам рекомендую зайти в данную игру. В принципе, сложно, ничего нет. Игрушка довольно-таки интересная. Без вложений тоже можно играть. Экономическая, закрученная, замудренная. Но у нас для этого есть чат, в котором мы общаемся, помогаем. Ссылка будет в описании на данный чат, где мы можем, в принципе, хорошо играть и развиваться, и зарабатывать. Самое главное, как только вы зарегистрируетесь, вот, вам нужно будет выбрать наставника. Как это правильно все сделать, напишите в чат. Мы вам, естественно, с этим всем поможем. Вот. Есть здесь такое понятие, как образование. И, как видите, здесь можно обучать ремеслу по статусам, увеличивать своих клонов. Здесь много довольно таких клонов, как мы видите. Вот, все создано. Вот, и вот даже данный клон, ремесленник, вот, сегодня недавно создали ремесленника, будет тоже работать, приносить золото. Чтобы вы понимали, вот это именно самое золото и есть наш заработок. Потому что 10 золота это примерно 1 доллар. Ну, это банально простыми словами, чтобы вы понимали, сколько приносит. Не могу сказать, все сложно по подсчетам. Приносит копейки. Но фактом, если говорить об окупаемости данной игры, то окупаемость рассчитывайте на 1,5-2 года. И тут вы не промахнетесь. Потому что игра существует 16 лет. Она... платит и продолжает платить. Они привязались к криптовалюте Solana. И все дальше и больше будет заработок наш увеличиваться. Вот. В принципе, игра не стоит на месте, развивается. Одно что жалею, что не начал это все играть и развиваться намного раньше.
Пока весь кэш, что у меня будет, я буду его реинвестировать. Зараз у меня появился поселок. Вот. Если так в целом разобраться. И довольно очень и очень хорошо все получается. Как видите, есть поля у меня, поместье Рогатино. И вот есть именно наш поселок на данном уклоне все. Ну а дальше уже идут чисто рабочие и экономические построения, модели игры. И сколько времени вообще игра занимает? Скажу честно, игра занимает очень мало времени. Ну, то есть 5-15 минут вы потратили и процесс пошел. И на какую сумму хотите, как хотите развиваться, хотите зарабатывать, лучше в долгосрочном, скажу так, ребят. Это чисто мое мнение вам, что вы здесь можете хорошо работать, зарабатывать и развиваться. Вот такой вот кратенький видеоролик, не буду больше воды вам лить. Я думаю, в принципе, показал суть, объяснил. Спасибо всем за внимание. Вот, если это вас заинтересовало, то буду рад вас видеть в нашей команде в игре «Золотой клон», «Мир клону». Всем пока и хорошего профита.